Ну чё, TikTok готов, сразу Юлия Гаврильевна здесь, сейчас, брат, я демку даю. Бум. Она уже ждет нас. Эрик, тебя ждет. На твоей киске стригут газон. Эрик, на твоей киске стригут газон? Блин, вот... Чё вы думаете про этот тренд? Нормально? Блин, на самом деле, короче, этот же выйдет в Ютубе. Так что, ребята, у меня вышел новый трек Lamborghini Urus Khaki. Так что прямо сейчас в описании, там есть ссылка на трек. Зайдите и, пожалуйста, послушайте везде. И уже вышел клип, так что там в конце, наверное, где-то будет ссылка. Вообще, короче, посмотрите клип, трек, обзор, все дела. Все, погнали смотреть ТикТок дальше. Опа. Почему мы такие дебилы? Почему ты меня не любила? Хоть говорила, что меня любила. What? Ты тебя тратил, все бабки ничего. Я в тебя верил, но мал молился. Бля, как мне нравится этот панчлайн, реально. Я в тебя верил, но мал молился. Чё за панч, не? Чё за шапка? Ты про мою? Кстати, да, эта шапка была вот в этом клипе. Да-да-да-да-да. Блин, я такие очки, кстати, имбовые купил новые. Чат, ходите, покажу очки. Как зовут этого чела, Манескин? Всего 300 тысяч лайков, и кто-то будет встречаться с Ивлеевой. Блин, зачем вы меня палите? Кто-то был на съемочке, походу, сегодняшней. А, спасибо за донейшн. Или, Настя, это ты мне донатишь? Как зовут его? Демиану. Да, Демиану. Короче, я выложил фотку в юбке. В шотландской, которая называется Kilt, в свой инстаграм. И мне все такие, косишь под Демиана, косишь под... Я вообще не знал, кто это такой. Когда мне начали писать про него, я зашел, такой, а, это Манескин. Блин, реально многие люди... А, очки покажи. Ну все, сейчас покажу очки. Ждите. Блин, короче, я больше чем уверен, сейчас многие будут писать, типа, а что изменилось? Это же такие же, как на тебе сейчас. Короче. Да, вот эти очки вчера купил, заехал, в них снимался. У Насти шоу. Покупник очков. Бу-бум. Вот так вот они выглядят. Ну ладно, другая форма. А что изменилось? Да другие очки вообще абсолютно, отстаньте. Ну-ка. Ляпс. Damn, son. С этой шапочкой, конечно, не очень вроде. Или нормас? Со шляпой лучше. Нет, со шляпой попизже не выглядит. Эти круче? Это те? Те круче, эти отстой. Ну ладно, все, я понял, короче. Может, две пары надеюсь. Да, я вот это и делаю сейчас. О, да, все, заебись. Смотрим ТикТок. Вообще ни хера не видно. Что же? Я просто не вижу, честно. У меня такой темный экран. Бля, я кто? Ой. Бля, меня залагало. Кому попадался вот этот эфир, киньте плюс. Просто нормально люди стримят, блядь, с клуба какого-то. Давай, ломай, давай, ломай, изнутри не говори, но наши доставили до души. Давай, ломай, давай, ломай, давай, ломай. Классный звук сохраню. Давай, ломай, изнутри. Чтобы тебя целовать, не ищу я повода. Вряд ли поладим мы с ней, наша жизнь, а леди с ней, волшебная Ариэль. Чтобы тебя... Чё, волшебная Ариэль? Что? А, на крысу меня аллергия, чешется мой курок. Пью, прямо пью, это очень...
большой урон. Лазер на твоем ебале, как акнет. Это пересадка. Ну, кстати, ему прям пипец помогло. Чат, кто пересадку волос делал из вас? Есть такие тут? Да, заебись трек. А чё, когда сервак твой по РП? Ну, обещаем... Не обещаем, точнее, обещают в конце месяца. Хочу сделать я... Да ладно, так много делали? Да вы гоните. Хесу сделал пересадку волос? Эрик, ты веришь? Нет. Я тоже не верю. Типа половина чата делала пересадку волос? Ну да, да, по-любому все сделали уже. Меня, чтобы пройти, тебе нужно будет очень сильно постараться. Ставлю точку вместо пока. Теперь ищи другого дурака. Набирай подругам змеем, ведь я ухожу. Никогда не думал, что скажу тебе. Вот и все. Мой блок это мой стиль. Так пахнет там низи. Как же я пьян, Мария. Твое лицо как кини. Мои глаза как мыло. Над облаками дыма. Блин, платина, платина. Ты поебушка, поебу тебе, мальчик. Чекуйте диски, я сел диск, но не сиди. О май гад, мы из дома, два, возьми мой аппарат. Да какую челку вам чат показывает? Как же он чувствует? Как же он чувствует, а? Блин, давай назовем этот тикток, Эрик, в ютубе. Как же он чувствует? Нормально? Строиточие. Давай обложку тогда сделаем. Сейчас. Давай обложку сделаем. Балдеж. Чё вам показывают? Зачем вам показывают, что у меня сейчас под шапкой? Там ничего нет интересного. Просто волосы отрастают. Вы же сегодня видели их в сторис. Там трэш. Ну, хотите, покажу? Могу показать, братья и сестры. Там ничего интересного. Прически нет, ребята. Прически нет. Никакой прически еще нету, ребят. Там чисто вот, ну... Просто а волосы. Просто волосы, которые невозможно уложить. Ладно. Хорошо. Вы этого точно хотите? Вы точно хотите? Хорошо. Готовы? 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 Спасибо. Надеюсь, ты не будешь его запикивать. Блин, вот я боюсь, там могут быть слова нечаянные вот там сверху. Так, слова, которым я придерживаюсь. Денег в банке приколов, мне не нужен саппорт. Твой секрет успеха, нужно, блядь, ебашить, а не слушать пай. Я боюсь, что это будет запрещенка, а не? Ну, я не слышал. И не слушать старших, если брать пример с них, все будет так же. Ладно, ничего не понял. Ну, стул, куда я могу поставить сумку? Пожалуйста, проходите, одевайте бахилы. Мне просто не сказали, куда проходить, поэтому я не прохожу. Я вам сказала, куда проходить. Хорошо. Оденьте бахилы. Оденьте бахилы, женщина. Пойдемте в машину. У меня здесь двое детей маленьких. Вы заходите, я вам предоставляю бахилы. А будьте бахилой, помойте, пожалуйста, руки. Я не спорю, она меня не пускает туда. Как это не пускаю? Я вам предоставляю бахилы. Что, жесть, нет какая-то? Вы понимаете? Мне по закону запрещено. Вы к себе домой. Мы вчера вызывали скорую. Я домой к вам пришла. Обували. Это тупняк, да? Вы пришли, ну, вообще скоро здесь не право. Вот она, в принципе, здесь. Одевайте бахилы. Мне заходите в квартиру. Безопасности запрещено. Кажется, мир замер. Перед моими глазами только твой вид сзади. Ага. Твой вид сзади, как Феррари. Вырубил телефон, чтобы не набирали. Я всех занят. Кому там чё обещал, похуй. С тобой заебись. Без тебя плохо. Кажется, мир замер. What the hell is going on here, bro? Here we go. Where'd she go? Что там? Что ты говоришь? А! Хорош. Молодёжь, красавчик, чё? Скажи мне пруф. А пока. Это сам маленькая, не?
Steady fucking my bro. I done told you before that it's over. Fuck me slow. I know I heard when you fuck my throat. Вы поняли? Блин, это охеренный звук, слышь, дядя. Блин, кто английский шарит, вам будет очень смешно. Давай еще раз. Steady fucking my bro. I done told you before that it's over. Fuck like. Me slow. No, I heard you. Fuck my throat. Fuck me slow. Then I heard you. Fuck my throat. Трахай мое горло. Говорит, еби меня медленно. Трек дождался, пушка. А когда дождемся стрим с Клавой? Кстати, опа! И сразу в Клаву Кока. Ты мой краш. Либо я, либо никто. Это шантаж. Я приду одна, я знаю твой этаж. Покушаюсь на тебя, ведь твой... Клава Кока, ты мой... С Клава Кока, я надеюсь, будет... Ну, в будущем. Завтра. Ну, скоро. Да, да дел до хера, ребят. Я, ну, реально каждый день занят. Вот я сегодня постримить решил только потому, что Эрик говорит, блин, брат, давай заведем все-таки, надо попробовать. И я такой, ну, блин. Ладно. Я такой, сколько? Я такой, сколько? Дорого! Расскажи про Урус, как тебе машина в целом? Ребята, дождите, завтра на моем канале Creed Family выйдет обзор, где я скажу, как мне Урус, сколько она стоит, сколько стоит пленка, какая пленка, что внутри. Короче, ждите. Блин, балдеж, слышишь, херен, надо снять такое же. Икей, умоляю, разблокируй мой фанак в ТикТоке. Я неделю не могу уснуть. ХЗ, как так вышло? Я даже мыслях про тебя не говорил, а тебе плохо, пишу тебе, Икей, тимтрек. Класс. Блин, фанак, спасибо вам большое за... С донейшн? Да-да-да, я пролагал, понял? Я начал читать чат и все, излагал. Так, а что? Так, я не знаю, как тебя разблокать. И я не знаю, не я тебя, наверное, блокал, а кто-то из моих менеджерс. Слышал трек? Show yourself, then show what you be fucking. Что? Show yourself, then show what you be. Show yourself. Блин, ребят, помогите. Вот это слово я не понимаю. Кто английский шарит? English perfect. Who can English tell me, please? Блин, давайте я чат выведу, кстати. А то потом все смотрят в YouTube, они видят ваших реакций. Пусть будет с чатом. Наверное, с чатом поприкольнее, да? Вот так вот. Хоп. Show me, что там? Еще раз. Show yourself, then show what you be fucking. Show me self and ancient what you be fucking. Что такое self and кто-нибудь? Show that your. Show me your self что? Self ancient self что? Ну кто американец кто-нибудь? Есть же один по-любому. Покажи себя, а потом покажи то, что ты ебешь. Ты уверен? Ну так написано. Show yourself and show what you be. А да, show yourself and show what you be fucking. Точно. Все. King. Show yourself, then show what you. Yeah, да, and show then. Be fucking. Yeah, да, все понял. Ну, красивая девочка. Show your. А это не эта девочка? Случайно? Да. А, да, да. Это ее парень? Угу. Блин, а мы с ней как-то общались. Сорян. Self, then show what you be fucking. Слышь, классный тренд. Снимут с бустером. Show yourself and show what you be fucking. Блин, надо снять это с кем-то точно и никому не говорить. Ну. Хватит меня снимать, я хочу спать. Хватит меня снимать, я хочу спать. Сори, мы уже не те. У меня иммунитет твоей красоте. Ставлю точку. I've been everywhere, man, looking for someone who can please me, love me
all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. I've been everywhere. I'm so upset. Ты уже подумал, что это? Кто? Карам Бэйби. Карам Бэйби? Ты подумал, что это Карам Бэйби? Блин, эта песня так прилипает к башке, это просто жесть. Это уле. Я настоящий любитель Бэбэ. Я обожаю Бэбэ, черт возьми. Okay. Ты же люблю Бэбэ. Блин, охеренный звук тоже. Что ты здесь видишь? Да, зай. А здесь? Да, зай. А здесь вообще не... Да, зай. Желтый зонт. Ну вот. За которым прячется. Да, зай. Что происходит? Типа, прикольный звук, но что происходит? Уф. Уху-ху. Чё за девочка, не? Эрик. Да, красивая. Ну, конечно же, она не из России, да? Конечно же, она не из России, блядь. Да что не звонит? Может. Правда, Джиган звонит. Джиган-легенда. Да, брат, привет. Брат, я на стриме сейчас. У меня стрим идет, брат, перезвоню. Брат, стрим идет, перезвоню, окей? Давай. Он меня набрал с какого-то клуба. А, блин, да, классная девочка вообще. Определенно лайк. Стой. Выше? Чат пишет, что она из Казахстана. Да не. А этот... Байч. Да я ник не пишу сейчас. Аруна Каиру. Не, ну у нее ничего нет на русском. Аруна Каиру, подожди. Да не, вряд ли, какой Казахстан, брат? What are we waiting for? Салют, братья, я стримлю. Обнял. Донат пропустил. Трек очень зашел. Спасибо Егору за такую охуенную музыку. Когда инфа по концерту? Ребята, давайте так. Я вот вам скажу всем тем, кто сейчас на стриме. Концерт будут, скорее всего, переносить. Не от нас нихера зависит. Я по этому поводу сделаю следующий стрим, мы с вами поговорим. Она реально с Казахстана? Класс. Сейчас смотрю, смотрю. Напиши мне, пожалуйста, если вдруг тебе кто-то это передаст, то напиши мне. Вдруг она в Москве, мы возьмем завтра ее на съемку игр в Кальмара. Ну, класс. У-ху-ху. Genius. Ну, я, конечно, не знаю, как выглядит Казахстан. Да какая разница, что я 15 лет на съемку-то мы можем позвать? Че? У нее этот в сторис сырный соус гайс написано. Она русская. Погнали, брат. Блин, ну если ей реально типа 15 лет или сколько там, 16, офигеть сейчас, ну типа дети выглядят, не? Очень взрослыми. Да. В наше время. Я написал, короче, типа, возьмите, пожалуйста, на завтра, типа, девочку, похожую на главную героиню в YouTube. Мне пишут, да вот ищу среди 3000 в надежде, что она сама нас уже нашла. Хотел бы к ним так на спинку, Эрик. А почему не была? Сколько лайков? 1,2 миллиона, офигеть. Пока что только 2.
Класс. Это уикенд, день холобэнг. Нахер букву R, у меня дохуя дел. Бибру занихнуть, полары бэнг. Охуенный трек, ты слышал этот трек? Едет бибру через реку, бибру реки рак. Нет. Ты не слышал этот трек? Нет. Реально? Пока не реально? Го посмотрим. Это такой, такой имбаланс, отвечаю. Хочешь глянуть? Погнали. Блин, это реальный имбаланс. Ну ты так рано хочешь выйти из ТикТока? Да. 7 минут в ТикТоке. Ну и что? Все, не хочу ТикТок. Я хочу послушать этот трек, ну там реально, ну типа... Ну, последний, последний ТикТок. Ну подожди, давай посмотрим трек, а потом вернемся к ТикТоку. Сейчас, где трек? О. Переход сделай. Погнали. Видно? Ты на стриме посмотришь, Эрик, или тебе дам? Да, да, на стриме. Окей, понял. Вот так. Всем здорово, меня зовут Иван. Я не трахаю твою суку, я трахаю твой диван. Он раздвинул ножки, он Ван Дам. Твоя хуя капает, он как кран. Сейчас за микрофон сядет старый уебан. Бим-бим-бам-бам, посмотри сюда. Ты здесь уебан, рыжая хуйня. Ой, как жестко получилось у меня. Бим-бим-бам-бам, бим-бам-бам. Старый скамер на бите, я готов ворваться в чарты. Тёлка с Тиндера на мне, я дам модерку ей в чате. Попизди со мной, как с батей. Типа что? Как тебя зовут? Ты Катя? Катя? Это был Дима, старый. И он трахнул Милфу, да. Трахнул эту маму, мою кончил ей на спину. Это старый Дима, и он хочет Дину. Он как будто панин, дикий будто псин. Ёбнул долбоеба на Majestic Quartal. Поднял денег много, много за этот квартал. Снимем Барби вместе, с Ликсом трахнем Вайнел. А дальше я не придумал. Я понюхал бебру, 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 я бобер, я понюхал бебру, я понюхал бебру, я понюхал бебру и кайфанул. Я понюхал бебру, я понюхал бебру, я понюхал бебру и пукнул. Кинул ветер на прогиб, я эль прима, эта сука хочет мне. Эль прима! Эта сука хочет чек по ассасине. Диско, ведь я посрал. Нахуй не солдат, но честь забрал. Твой анал глубокий, будто бы Байкал. И я сейчас кентами делаю вам кал. Ну еще вроде заебись. Я как-то уикенд. Гейн холод бэнг. Нахер букву R, у меня дохуя дел. Бибру занихнуть, полары бэнг. Я как-то уикенд. Гейн холод бэнг. Едет бибр через реку, видит бибр в реке рак. Сунул в реку руку бибра, рук за рамку бэнг. Я понюхал бэбру, я понюхал бэбру, я понюхал бэбру. Я понюхал бебру, я понюхал бебру, я понюхал бебру, я понюхал бебру, я понюхал бебру и кайфанул. Я понюхал бебру, я понюхал бебру, я понюхал бебру и пукнул. Едет бебер через реку, видит бебер в реке рак. Сунул руку в реку, руку в бебру, бебру. Бля, по мне балдеж вообще, просто разъебал его трек. Ну не, правда, но у кореша самый крутой куплет у кореша, ну... А вам не напоминает это, типа, самый худший трек, который мы делали? Мне, честно, чуть напоминает. Без претензий, Славе! Без претензий. Почему бы и нет? Мы сделали это вместе. Вдохновился. Я понюхал бебру! Я понюхал бебру! Чё, смотрим дальше? Тик-токи? Let's go! Нормальный контентик, нет? Такой, чё за трек, на самом деле? Этот трек мне так нравится. И девочка красивая, пес. Она мне напоминает, как будто она из фильма, который я вчера смотрел. Вчера фильм смотрел, называется «Время». Про то, как они попали на остров и старели там за минуты. Вот. Она как будто из этого острова и вот в этом отеле, в котором все действия были. Она из Израиля? Что? Так много, блин, красивых девчонок. Hey yo, you're planning to run to Paris? Our song is gonna banger there this weekend.
Wish you all the best. Hope to see you soon in Europe. Hugs. Привет, Муся. Слушай. I wish I will be soon in Paris. Cause I wanna go Goyard and buy some stuff in this fucking store. Любишь Украину? А, наверное, а нельзя говорить, да, Эрик, на Твиче? Или можно? Вообще люблю, КС, очень люблю. Правда, меня туда не пускают. Очень хочу туда полететь. Но меня не пускают. Эрик. 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 Амина Тандерли Бейк. Тандерли Эрик. Она дует целый день, говорит, имеется. Снова беру дурь, Мандей. Мандей. Что? Бля, я помню, у меня так кинты делали в детстве. Ты знал про это? Вот так вот, ты берешь типа, где бицепс, вот так херачишь, и вот такая штука появляется. И они так типа себе качали руку. Нормально? Кинули рейд. Thank you so much for your raid. А кто кинул рейд? Я не вижу. Блин, почему у меня не отображается? Magical, thank you for a raid. Большом спасибо. Короче, да, чат, кто знает вот про эту тему? Кто-то делал так хоть раз? Блин, ну у меня уже, если честно... Я просто подумал об этом, у меня рука заболела. Кстати, чатик, я вот хотел снять этот тренд. И я не могу пов придумать. Знаете, все пишут пов, там типа... Вот. Типа, у тебя слишком большая жопа, это перебор. И ты дальше, типа... Не хочу, чтоб ты меня любила. Я думал сделать, типа... Пов, у тебя слишком большой член. Прикольно. Как вам такая идея? Отлично. Ну все, хорошо, снимаем такой вариант. Ждите. Если ты загнешь... Что это? Если ты загнешь больше 4 пальцев, то у тебя тяжелый характер. Посмотри это видео до конца, сразу начинай снимать дуэт, чтобы проверить себя. Я избегаю конфликтов с людьми, которые могут понадобиться мне в будущем. Я могу сильно разозлиться. Мое сердце так глубоко, я не в числе всех тех дураков, что болтают без умолку. Ты засела. Ху-ху! Мурашки, да, клянусь! Заверните ее! Заверните ее, пожалуйста! Кто это, алло? Кто это? Как она поет, дядь, ты шо конишь? Поет и выглядит, не? И смотри, в маске. I'm not a failure, it leaves me dark. You're teaching me to live without you. Бля, можешь ей написать, научить ее русскому языку, просто продвигать здесь в России, она по-любому стрелит. Погоди, что? Ну да, это она. А это кто? Чё? Она сама на себя типа сделала? На комментарии посмотрите. Блин, как ей хорошо вот с таким цветом волос, реально, очень круто. Напиши коммент. Блин, давайте ей все напишем. Давайте, под каким, под последним тиктоком? Где последний тикток? 3 часа назад. Давай, что пишем? Hi. Sounds really... crazy. You sounds really crazy. Omg. No cap. Text me DM. Да, пусть она мне напишет. Really is the mail, да. Спасибо.
Смайлик нужен. Бля, какие здесь смайлики, а? Ублудские. А как смайлики? Ладно, похуй без смайлика. Погнали. Все, лайк. Закидайте лайков, ребята, и это, как его, и напишите Е, текст, хим, все дела там. Вдруг будущая звезда. Глеб, хлеб, полетели. Чё, you sound? А я чё, sounds написал, чё? Чё написал? Я криво написал, да, как-то? You sounds. Тут не удалить, походу. Ответь сам себе на коммент. Типа, I mean sound. Окей, sound. Да, где эта штучка? Окей, sound. Я просто русский Вася. Неграмотный. Сорян. Ну так поймет, я думаю. Так. Почему она по-русски? Русские. Ну блин, да все, отстаньте. Я писал по бырику. Отстаньте от меня. Все, чат, что вы меня булите? Вы кибербуллеры. Вы тиктокерская аудитория. В ТикТоке так много злых детей, они булят будто пуля. Мы уже привыкли к твоим концертам. Трек огонь, видела тебя в Сохо. Отлично выглядишь, не надо худеть. Спасибо. Перемотай мужика в носках. О, погнали. Чатик, все. Все, 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 все. Я, блядь, полетел. Перемотай на девочку, мне нужен ее ник. Какую девочку? На ту красивую девочку с умением петь? Вот. Хавинс. Кстати, я их тут уже накидал из вас комменты, интересно. Никто? Никто. Ну вот, ладно, начали меня отмечать. Понятно, ребят, спасибо вам большое. Давайте мы сейчас проверим, нужен вам человек или нет. Окей, погнали. Проверка слез. Не слушайте этот звук полностью, если не хотите разрыдаться. Я очень восприимчивый чувак, и я могу заплакать от какой-то очень трагичной штуки, поэтому ладно. Давайте. Давайте мы сейчас проверим, нужен вам человек или нет. Закройте глаза. Давайте вместе со мной, я тоже закрою. А теперь представьте этого человека. Представьте его глаза. Давайте мы сейчас проверим, нужен... Все? Все? Не, ну, кстати, если продолжение было бы, мне кажется, меня бы тронуло. Потому что я уже начал. Толпы кричат. Бля, мне одному эта песня, знаешь, напоминает? Смотри. Не напоминаете? Я... Смотри. Тари-тари шаринган, как и тач. Тарасуй миллирак на крыше твоей тачки. Та-та-та-та-та-та-дач. Не этот же бит? Похоже. Это один бит? Перейди на звук. Мы заострены, кстати, должны снять какой-то тиктокчик под Ламбо Урус. Блин, вообще не знаю, на самом деле, что снимать. Кстати, совсем скоро будет большой конкурс.
про трек Ламбурс в Ютубе будет проходить. Это вам тоже даю такую, так скажем, тизерочек. Будет челлендж. Девушка, телефончик оставьте. А, что, ручки нет? Ну вы на пальцах покажите. Так, записывай. Один, один, один. Чё, моего коммента нету? Как нету моего коммента? Как у неё там Хаве? Ты не помнишь, Эрик? Чё-то за... Хаверт? З? Нет? Чё-то напишите какой-то. Хаве... Да не, вряд ли она удалила, она не успела так быстро удалить Хавенс. Чё, глянем. Хотите поржать? Я зашел сейчас с телефона. Там нет. Чё? Там нету. У меня есть, прикинь. Можно проверки какой-то. Может быть. Давай еще раз напишем то же самое. Hi. You sound really... Давай crazy уберем, наверное. Может, crazy слово херовое. И text me, наверное. Dia, может, не надо писать. В ТикТоке очень часто бывает такое. Ладно, давай. You sounds really good. И смайлик накинем. Text me. Send. А сейчас появился? Да, мне кажется, ТикТок просто, ну, банит комменты. Не, нет. Я не знаю. Тоже Эрик не видишь? Да. А сейчас посмотри. Не. Ладно, пофигу. А, это не один. Девушка... Нет, так нет. Я не хочу быть с ней. Это какой-то пиздец. Опять в моей голове не посещаем. Абсолютно... Абсолютно точный выглядит. Ой-ой-ой! Абсолютно точный выглядит. Ой-ой-ой, бля. Ой-ой-ой, он очень добил, бля. Охрана, охрана! Врач! Ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой! Зачем ты добил его? Чудовищный удар. Что? А чё с челом, дядя? Подожди, подожди. Подожди, 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 подожди. Подожди, подожди. Все, дорогой, все. Ты очень успокойся. Блядь, это пиздец какой-то. Да, в себя потихонечку приходит Григорий Беляев. Очень был тяжелый нокаут, и после этого... Ебать, жестко. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это бубновый дядя залетел чисто на больших яйцах. Нормально, 100 подписок задарил прямо сейчас. Красава, если ты пацан. И красотка, если ты девушка. Блин, балдёж, балдёж, спасибо. Давайте проверяем, сколько мы знаем с вами Джастина Бибера, погнали. Say sorry, cause I'm missing more than just your body. Cause I'ma be under the mistletoe. Я все треки знаю. One time, my mama don't like you, and she likes everyone, and I never liked you. Манима лава, шари за ими мени манима. Бля, я все треки знаю. Эрик, ты сколько знал? Только один не узнал. Только один не узнал? Love yourself. Еще 100 сабок? Бубновый, да, братик. Дядя, что ты делаешь? Ну, спасибо еще за 100 сабок. Кто вернулся? Шари за ими мени манима лава. А где подписки? Почему они не приходят на стриме?
Сейчас ссылку заново вставлю. Бум. Готово. Нифига нету, прикинь. Я добавил вроде сцену с подпиской, но почему-то нету. Хз. Чекни телегу с телефона. Чекаю. Ладно, погнали дальше. Досмотрим уже чуть-чуть и будем расход ловить. 5 миллионов лайков, что же здесь будет? Ого! Что такое? Это... Отправьте подарок, благодарность автору. Подарки дают зрителям возможность поблагодарить авторов за состояние качества контента. Офигеть. Вы знали чат про такую тему с подарками в ТикТоке? Я вообще не знал. А у меня есть какие-то подарки? А как посмотреть, есть ли у меня подарки? Чат, видели этот ТикТок, кстати? Блин, люблю такой юмор. Неожиданно. Хочу звук сохранить. Звук балдежный. First things first, I'ma say all the world inside my head. I'm fire up to die of the way the things have been. The way the things have been. Прикольно. What we do? Okay, shawty, adding up, I want her friend. I might pull up, in a bin, in a pin. Чё, ребятки, будем заканчивать стримчик. Пойду похаваю. Всем большое спасибо, кто был сегодня на стриме. Рад, что вместе с вами сегодня сделали премьеру. Еще раз, скачивайте везде. Поддержите трек.